Небольшой укол и никакого гриппа. От одного из самых распространенных заболеваний спасают своих пациентов врачи поликлиники номер 2. Еще в начале октября здесь стартовала активная вакцинация. Абсолютно бесплатную прививку делают всем желающим. Напоминают, лучше позаботиться о своем здоровье именно сейчас, ведь очень скоро начнется сезон эпидемий. Пик заболеваемости. Эпидемия в этом году прогнозируется на декабрь 2015 года. И, вследствие того, что прививка, иммунитет на прививку развивается в течение 2 недель, прививку лучше делать октябрь-ноябрь месяц. На прием к врачу каждый год. Такая необходимость связана с тем, что коварная болезнь быстро мутирует, и основной компонент прививки – вакцина – ежегодно дорабатывается. Сделать прививку можно в любое время, однако нужно учесть некоторые моменты – от хронических заболеваний до аллергических реакций. Прививку от гриппа необходимо делать каждый год. Однако перед тем, как прийти в кабинет к врачу, нужно убедиться, что вы полностью здоровы. Ведь после болезни лучше выждать как минимум 2 недели, чтобы дать иммунитету полностью восстановиться. И совсем не больно. Конечно, врачи и сами держат руку на пульсе. Буквально перед прививкой проверяют давление и другие показатели состояния организма, чтобы удостовериться, что человек здоров. На данный момент во второй больнице вакцинацию от гриппа прошли почти 2000 жителей города Щелково. Я считаю так, что прививка – это, значит, будущее здоровье. Значит, я уверен, что после прививки грипп меня стороной обойдет. Я думаю, что необходимо, конечно, тем более, что моя работа связана с людьми, и в поликлинике нахожусь, многие болеют, и я думаю, что, конечно, это нужно делать. Так что тем, кто боится уколов, все же стоит задуматься о своем здоровье и собраться с духом. Вакцинация во всех больницах Щелковского района продолжается, и у желающих опередить болезнь есть все шансы. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».